я вже готова представити. До нашої студії завітав Роман Мазо, лікар-дієтолог. Доброго ранку. Отожна така наболіла тема, і як для жінок, так і для чоловіків, дуже багато питань. Як схуднути перед Новим роком і влізти в свою улюблену сукню? Реально це чи ні? Давайте так поки що коротенько, а потім прокоментуємо глибше. Ну, я как доктор скажу, конечно, что все эти экстремальные похудения к конкретным мероприятиям ничего хорошего, конечно, не несут. Но 2-3 килограмма, наверное, это вполне реально. Больше это, наверное, все-таки экстрим. А яким чином, от який термін, коли варто розпочинати худнути перед святами? Тому що дехто це робить за 3 дні, за 4, думає, що вдасться, комусь і тижнів мало. От оптимально. Ну, физиологически нормальный человек переносит похудение от 800 до 1200 грамм за неделю. Вот, поэтому вот запланируйте примерно вот такие темпы, и вы будете чувствовать себя вполне комфортно. Перед тим, як зважитись на будь-яку дієту, що варто знати про себе перед схудненням? Що варто з'ясувати про себе? Сходите к терапевту, поміряйте давление, выясните свой холестерин, поміряйте сахар крови. Измерьте талию, встаньте на весы, узнайте свой вес. Этого достаточно для того, чтобы понять, что с вами происходит и какие мероприятия вам будут рекомендованы. Але ж варто отримувати пораду, наскільки схуднути, тому що ми хочемо безумовно більше, вимальовуємо там собі якісь цифри, але всьому є межа. Це варто краще до дієтолога звернутися перед схудненням чи ні? Мне кажется, что можно посчитать просто индекс массы тела, то есть если он выше 25, то есть, конечно же, у вас уже есть лишний вес. Если он выше 30, у вас уже есть ожирение. Это элементарные вещи, то есть вы просто делите свой вес на рост в квадрате и получаете цифру, которая может вас объективизировать. А швидке схуднення, воно ефективне чи ні? А як потім утримувати вагу? Чи є якісь поради? От прокоментуйте, будь ласка. Кажется, что быстрые темпы похудения приведут вас к плохому настроению, плохой физической форме, и, скорее всего, вы встретите Новый год в не очень хорошем настроении. Поэтому, наверное, все-таки быстрые темпы похудения я бы не рекомендовал. Вот такие вот, как я выше озвучил, будут вполне приемлемы. А все-таки на початку розмови ви казали про експрес-дієти. Що це за дієти? Є які, на які от ви просто можете дати табу, а які більш-менш можна ще витримати, дотриматися? Так называемые разгрузочные дни – это калорийность от 1000 до 1200 килокалорий в день. Просто я стараюсь не напрягать своих пациентов с цифрами, поэтому это очень сложно, если человек заморачивается, заморачивается именно на цифры, получается достаточно тяжело. То есть он видит перед собой какие-то таблицы, а не нормальную еду, у него теряется настроение, теряется аппетит. Я бы не хотел, чтобы еда превращалась в счет калорий. Но, в принципе, вот такой вот колораж, он будет и достаточно эффективен, и не очень опасен для здоровья. То есть, если вы хотите меньше темпы, то можно посчитать 1300. Будет еще более физиологично, менее тяжело. Пейте больше жидкости. Общая фраза «хочешь есть – пей». Зелёный чай, зелёный чай, воду. Да, это будет тоже достаточно безопасно. Нежирный кефир. Ну, а розважувальний день, це мається на увазі взагалі нічого не їсти? Да, чи, вот чи, вот чи около тисячі кілокалорій, да. То есть это могут быть или овощи с курицей, или овощи с вареной или печеной рыбой, или это может быть творог с небольшим количеством фруктов. Вот такие вот разгрузочные дни, они, в принципе, могут помочь. Є таке. Маємо до вас запитання від глядачів. От, зокрема, запитують про кефірну дієту 2-3 дні перед Новим роком. Ось Валентина, їй 40 років, вона це практикує вже достатньо довго. Як ви можете прокоментувати, варто продовжувати це робити чи ні? В таких періодах… Я думаю, це надто експрес-дієта вже. В таких, да, періодах вряд ли ви получите суперефект, но плохого тоже ничего не будет. То есть все, что вы делаете в течение нескольких дней, скорее будет давать вам какой-то моральный стимул дальше держаться в том же темпе, но не даст какой-то экспресс-результат, конечно же. А ще до запитання, порадьте, будь ласка, експрес-монодієту перед новорічними святами. Я очень не рекомендую соленую пищу.
Потому что соленая пища задерживает жидкость в организме, и, конечно же, если ее меньше, соответственно, именно избыток жидкости может уйти достаточно быстро. Мне кажется, что любые продукты, содержащие малое количество быстро усваиваемых углеводов, будут тоже способствовать похудению. То есть исключите максимально сладкое, мучное, и вы получите первые килограммы достаточно быстро. Включите относительно большое количество клетчатки, то есть овощи, капуста, огурцы, вот, и с низким жиром сорта мяса тоже будут помогать вам похудеть. Угу. А ще маємо одне запитання. А чи правда, що можна схуднути, вживаючи жири і білок, і не вживаючи повністю вуглеводів? Просять, щоб ви прокоментували. Скорее, да, похудеть можно. Это так называемые гипоуглеводистые диеты. Я, конечно, рекомендую не полное исключение углеводов, а только снижение количества углеводов. По этим диетам нужно точно понимать, что нету сахарного диабета, потому что это достаточно опасно для людей со скрытыми формами диабета, особенно второго типа. Также эти диеты, в общем, достаточно кратковременны могут быть. Так. Ще одне запитання, потім вже я свої продовжу. На яких дієтах сидить Роман? Ну, це до вас таке запитання. На яких дієтах ви сидите, знаходитесь, перебуваєте? Чи у вас така пожиттєва, скажімо так? Так, не дієта, це просто раціональне питання. Вот то, что я выше сказал, это диеты с ограничением быстро усваиваемых углеводов, то есть мучной продукции, макарон, картошки, бананов и сладкого. И диеты это назвать очень сложно, как говорят корифеи здорового питания. Если человек в принципе думает о том, что он ест, у него, скорее всего, будет получаться. То есть заморачиваться на каких-то очень узких диетах, в которых малое количество продуктов, не имеет смысла, потому что это вызывает дисфорию, это вызывает плохое настроение. Это постоянно человек думает о том, что вот это ему можно, а это ему нельзя. И это скорее нарушает нормальный процес пищеварения. От я тут з розмови вчора читала коментарі на форумах, що кажуть, можна їсти тістечко і схуднути. Наприклад, якщо їсти в день одну там лише солодке. От прокоментуйте ще це, будь ласка. От там ні картофель, ні макарони, нічого. Просто людина їсть солодке там до, наприклад, до третьої години. Можна чи дійсно схуднути, чи ні? Чи це все ж таки не корисно? Я думаю, що це міф. Мені кажеться, що сладке все-таки достатньо сильно впливає на повищення маси тіла. Если говорить о сладких продуктах, то это могут быть небольшие количества горького шоколада, и это ограниченное количество фруктов, подчеркиваю, ограниченное количество сухофруктов. Але ми звикли, що фруктів можна багато. Але ви кажете, що їх варто обмежувати. Давайте більш детально на цьому зупинимося. Я говорю в первую очередь о бананах, как так. очень калорийном продукте. Я говорю о винограде, как крайне калорийном продукте. И, конечно же, производным из них это изюме. Все остальные продукты могут потребляться в каких-то достаточно взвешенных количествах, то есть это может быть там 150-250 грамм в день, в зависимости от массы, возраста человека, состояния его пищеварения, наличия или отсутствия сахарного диабета. То есть овощи, конечно же, да, кроме картофеля, фрукты, конечно же, да, но в ограниченном количестве. Ми худнемо перед Новим роком, але потім новорічний стіл, свято, ми що? Їмо все, що нам хочеться, і все, до чого ми так йшли. Прокоментуйте ще цей момент, будь ласка. Напевно, що тоді вага буде повертатися ще в більшому еквіваленті. Однозначно, гіподинамія во время Нового года, длительне застолье, возлияние, уменьшення, так скажем, сна. Кстати, нужно сказать о том, что во сне мы теряем больше калорий, чем лежа просто на диване и смотря телевизор. Поэтому старайтесь спать во время Нового года достаточное количество часов. То есть все, что меньше 8 часов для взрослого человека, все, что меньше 9 часов для маленького человека, является тоже нефизиологичным и что может тоже способствовать повышению массы тела. Крайне не рекомендую
жирные продукты – это, конечно же, утка, холодцы, различные майонезы, сливочное масло. То же самое картопля. Картопля, да. То есть те продукты, которые, в общем, обычно стоят у нас на столе на праздничном. И, наверное, если это есть на Новый год, в этом ничего плохого нету. Ни в оливье, ни в селедке под шубой. Но если 1 января продолжается еще в течение недели-двух, мы получаем всі отрицательні фактори, які... Тобто кажете, що можна худнути, а потім новорічну ніч поїсти олів'є, сельодки під шуби? Як епізод, да. Тому що організм, знаходясь в стані похудіння, він постійно знаходиться в небольшому стресі. Як тільки ви йому дадите чуть більше, ніж він звичайно отримує, він тут же почне запасати. Він відчуває, угу. Вот ми в зимі, ми в холоді, ми в малому кількості світу, ми мішки в какой-то степени мы запасаем, поэтому зима очень такой процесс сложный. А як варто підготуватися до цього? Наприклад, чи ми будемо вживати ту чи іншу їжу сьогодні вночі? Є якісь поради з цього приводу чи ні? Ну, мне кажется, что нужно просто запастись ферментами временно, потому что все-таки пища жирная, она будет содержать большое количество липидов, и наша поджелудочная железа будет работать в более напряженном режиме. Но я скажу, что большим, наверное, повреждающим фактором может являться алкоголь, который очень сильно напрягает все пищеварительные системы организма. Он же является разжигателем аппетита, подстимулируя аппетит. Также он снижает некую критику, да, то есть когда, собственно говоря, еда становится уже закуской, это очень такой тонкий момент, не забывайте об этом, поймите, что бокал шампанского и бокал красного вина скорее да, а большее количество будет уже скорее во вред. Так, ну у вас тут цікавляться, що ви вживаєте під час новорічних свят, яка їжа у вас на вашому святковому столі, Роман? Я обожаю рыбу. У меня обычно находится как минимум 2 рыбных блюда на столе. Мне нравится судак, мне нравятся какие-то вкусные роллы, например. Мне нравятся креветочные салаты и салат с морепродуктами. Вот эти продукты можно съесть в достаточно большом количестве, потому что все-таки морепродукты достаточно мало калорийны. Я говорю не про красную рыбу, подчеркиваю, красная рыба достаточно калорийный продукт. А вот речная рыба и креветки, они, в общем, достаточно малокалорийные. Тоді спитаю по-іншому, а чи є у вас олів'є на вашому столі чи ні? І чи коли ви взагалі його останній раз куштували? Ну, не кожен год. Не буває олів'є, наверное, я сейчас не буду... Сложно, это уже почти год прошел после... Но селедка под шубой есть, а вот оливье скорее нет. Так, підрозумовуючи нашу розмову, маємо ще 2 тижні до Нового року ваші поради. Як привести себе в нормальну, більш-менш фізичну форму, без таких пошкоджень для організму? Больше ходите, больше положительных эмоций, старайтесь больше пить жидкости, ограничивайте резко себя в сладких продуктах и получайте положительные эмоции о подготовке к Новому году, покупайте подарки, поздравляйте своих родственников и детей, и Новый год пройдет в хорошем настроении.